эфире «Сыскное дело», в студии Павел Баймаков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Обжалуют приговор. Свою невиновность в апелляционном суде пытается доказать осужденная на 8,5 лет адвокат Ольга Гисич. Напомню, к лишению свободы в марте этого года Советский районный суд приговорил ее за организацию нескольких преступлений, вымогательство крупной суммы денег, поджог автомобилей и избиение сотрудников медицинской компании ИДК. Следствие полагало, что мотивом для преступлений послужил поставленный Гисич ошибочный диагноз – рак. Своей вины она так и не признала. По ее словам, в деле много сомнительных моментов. Полицейские разыскивают подозреваемого в разбое. Мужчина, угрожая оружием, совершил нападение на микрофинансовую организацию на улице Гагарина. Приметы нападавшего: на вид 30-35 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, короткие волосы темного цвета. Был одет в светлую рубашку с полосками, темные джинсы и ботинки. Силовики продолжают розыск мужчины, подозреваемого в изнасиловании малолетних. Уголовное дело в отношении неустановленного лица было возбуждено еще в марте этого года. Удалось составить фоторобот злоумышленника, возраст от 20 до 30 лет, славянской внешности, худощавого телосложения. Рост выше 170 сантиметров. Если вам что-либо известно о месте нахождения подозреваемого, правоохранители просят сообщать по телефонам, номера которых вы видите на экране. 60-летняя пенсионерка попала в больницу с ушибом бедра и сотрясением мозга. Травма она получила на пешеходном переходе перекрестка улицы Владимирской и проспекта Карла Маркса. По словам водителя, его Логан ехал в потоке машин, когда перед пешеходным переходом резко затормозил движущийся впереди автомобиль. Чтобы уйти от столкновения, он сманеврировал в левый ряд и остановился, пропуская пенсионерку. По словам водителя, когда она перешла дорогу, Логан начал движение, и тут неожиданно женщина попятилась и попала на капот. От удара она упала на дорогу и повредила голову. Пострадавшую доставили в больницу. ЧП на воде. В Самаре женщина попала под винт теплохода. По данным следователей, все произошло неподалеку от острова Зелененький. Пассажирское судно «Москва-39» высаживало людей на берег и задело винтом женщину, которая в это время находилась в воде. Пострадавшую с травмами доставили в больницу и оказали срочную медицинскую помощь, но позже она скончалась. Стоять! Полиция. В Самаре в Красноглинском районе сотрудники ДПС провели очередной рейд. Ловили мотоциклистов, нарушителей правил дорожного движения. Только за 2 часа работы таких выявили 26. Не обошлось и без погони. Водитель квадроцикла нарушил все возможные правила, но в итоге был пойман. Останавливайся, вы пьешься, дурак! Останавливайся, сказал! Останавливайся! Останавливайся, сказал! Все, на земле, мужики. На земле. Личность водителя квадроцикла, сотрудники ГАИ подозревают, что он был сильно навеселе, установить не удалось. Документов у него не оказалось. При этом мужчина отрицает, что за рулем вел себя неадекватно. А вы не боялись, что вы могли погибнуть? Нет. И сам, и девушку? Нормально ехал. То есть вам все равно? Таких лихачей по статистике госавтоинспекции на самарских дорогах становится больше. Мотоциклы, квадроциклы и другие транспортные средства категории А стали причиной больше 1000 ДТП с начала года. Приметы нарушителей схожи. Уже говорят сотрудники полиции. Шаткая походка, невнятная речь. Вот также на транспортном средстве обнаружены бутылка, предположительно, это пиво. Водители зачастую как бы не выполняют законные требования, пытаются тем самым скрыться от нас, но не учитывают того, что у нас весь личный состав госавтоинспекции имеет первоклассный опыт вождения. За 2 часа рейда в Красноглинском районе Самары к ответственности привлекли 26 мотолюбителей. Двое пытались оторваться от погони, но благодаря совместной работе ГИБДД и ОМОНа были задержаны. Частая практика такая, когда водители транспортных средств, у которых есть какие-либо проблемы с действующим законодательством, они пытаются уйти от административной и уголовной ответственности, потому что мы же не знаем, когда водители не останавливаются на законные требования сотрудников полиции, продолжают движение, в пользовании у него транспортные средства или он его похитил.
Самые частые нарушения – это маневрирование без правил, езда без ближнего света, без шлема, а также отсутствие документов и управление транспортным средством в нетрезвом виде. Поэтому рейды по крупным магистралям Самары проходят дважды в неделю. Крупный пожар в Самаре. На улице Киевской горел магазин-кафе. 200 квадратных метров заполыхали в 3 часа дня. По словам продавцов, в магазине на первом этаже внезапно погас свет, и в следующий момент они почувствовали запах гари. Женщины позвонили спасателям. По данным пожарных, произошло короткое замыкание в кафе на втором этаже. Местные жители утверждают, что заведение общепита не работает уже почти полгода. На месте происшествия работали 14 единиц техники и 55 пожарных. Здание выгорело почти полностью, обошлось без жертв. Взяли с поличным. В Кировском районе сотрудники ФСБ задержали адвоката в момент передачи взятки в размере более 200 тысяч рублей. Она предназначалась судебным приставам. Цель – фальсификация материалов исполнительного производства в пользу доверителя. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Дача взятки в особо крупном размере». Лично были заинтересованы? Я никакую взятку не давала. Вы никакую взятку никому не давали? Нет. Они мне попросили эти деньги, вот я им их принесла. Они попросили вам в долг эти деньги? В долг? Я не знаю, как в долг или нет. Они мне сказали, принесите вот такие деньги, мы вам оформим вот такие документы. Выкинуть в урну бутылки и заплатить штраф – такова участь нарушителей общественного порядка. Спокойно распивать спиртное не дадут. Силовики и сотрудники районных администраций регулярно проводят рейды. Вместе с ними отправился и наш корреспондент Андрей Горгуленко. Раньше парк имени Щерса сложно было назвать местом культуры и отдыха. Жители соседних домов выходить на прогулки по вечерам не решались. Это было небезопасно. Но в последнее время патрули сотрудников полиции и добровольцев народной дружины ситуацию значительно улучшили. Парк – неплохая обстановка. По крайней мере, она стала лучше, чем она была. Гораздо стало чище, спокойнее. То есть уже нет таких вот хулиганств, которые были когда-то раньше. В Самаре администрации регулярно проводятся профилактические рейды в тех частях города, которые ранее вызывали беспокойство у горожан. Курить и употреблять алкоголь в общественных местах давно запрещено. А потому участники рейда относятся к нарушителям очень строго. Убирайте пиво или сейчас выкидываете его прямо, или сейчас вы берете его и уходите отсюда. Прямо сейчас. Железнодорожный район стал третьим, где проводятся такие рейды. Департамент общественной безопасности отмечает, в районах, в которых проверки уже проводились, распивать спиртное на улицах стали гораздо реже. Граждане Самары, они стали меньше пить, употреблять в данных местах, где проводятся рейды. И я думаю, мы положительно будем влиять на состояние наркотизации и алкоголизма в городе. Сотрудники полиции и Департамент общественной безопасности призывают всех соблюдать порядок в общественных местах, не пить, не курить и не мешать другим отдыхающим. В обратном случае вы не только испортите себе отдых, но и заработаете штраф в размере от 500 до 1500 рублей. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания.